Китай пожертвовал $1 млн Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев. Акт приема-передачи экстренной денежной помощи подписали руководитель партнерской программы управления внешних связей агентства Карим Амер и глава представительства КНР в Палестине Цзэн Дзисинь. Китай регулярно вносит пожертвования для поддержания гуманитарной работы ООН в Палестине. В августе Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций получило от КНР $1 млн, а после обострения палестино-израильского конфликта из Поднебесной направили еще $2 млн. Ранее МИД Китая опубликовал документ, в котором призвал к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию и выполнению резолюций ООН, касающихся Палестины. В нем есть обращение и к сторонам конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве КНР их призывают соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а также прекратить насилие в отношении мирного населения. В документе говорится, что разрешение палестино-израильского конфликта должно основываться на внедрении плана «Два государства для двух народов», и любые соглашения о будущем сектора Газа должны учитывать волю палестинского народа и его право на самоопределение.